Следующая работа будет разбираться у нас сегодня. Прислали сообщение, там был сниппет, который мы после разбора посмотрим, что за сниппет. По поводу страниц, тут тоже страницы прислали, да, на Genius, но в принципе SoulOut, да, R&B артист, который, соответственно, на конструкте с Оксимироном пел, с Куоком, с Томасом Мразом фиты у него были, но тоже мы разбирали у кого-то на альбомах, то есть, в принципе, это люди, которые, ну, это не фрешмены, да, это не фрешмены. То есть, если быть точным, да, типа, сколько времени даже, вот, если копнуться в этот, в 17-й год, 17-й, 18-й год синглы, да, у Ноа, ну, очень много работ, как бы, типа, это... Человек, который делает давно. SoulOut, та же самая история. Сейчас. Да, та же самая история. Очень много фитов, очень много треков. Здесь не все, конечно, вот я вижу, выложены, да? Угу, на этом, по крайней мере, на Яндексе. Ну вот, 17-го года. То есть это люди, которые делают давно и крепко, в принципе. Люди, которые делают давно и крепко. И поэтому мы вот сегодня заценим тречок. Можем, конечно, посмотреть, да, типа, что там у нас, что прислали в этом, в Genius, да, SoulOut, давайте посмотрим, что в Genius прислали нам, типа, на них, да, вот, ну, в принципе, да, то есть здесь подписантом Insomnia Music, Владимир Грозвицкий, 1397 года, R&B исполнитель, да, вот, да. Я когда сегодня Диме показал, он типа говорит, во, это же говорит, он с этими фитовал, типа, это хороший артист. Поэтому мы, в общем-то, да, мы, как оказалось, все это знаем. Но я тоже помнил, что мы, в принципе, его разбирали. Вот он здесь находится, да? Да, вот, соответственно, то же самое. Исполнитель, композитор Москвы, бывший участник объединения Dead Dynasty, артист музыкального лейбла Insomnia Music. То есть это ребята, которые делают давно. Давно и серьезно. Поэтому здесь вопрос исключительно в том, что, типа, ну, насколько этот, конкретный этот трек будет интересный. Поэтому я думаю, что первый заказец вас порадует дико, да. Ну, в том плане, что это качественный продукт по-любому. Produced by Trippy Main. Алексей Веселов. Родом из Нижнего Новгорода, долгое время был саунд-продюсером, но теперь он выпускается в роли. В роли. Вот, говорю, да, всегда старайтесь, когда заполняете здесь, чтобы тут максимально было ёмко и сжато при первом открытии, чтобы не приходилось переходить, да. Песня не просто, личная история исполнителя о взаимодействии с болью. Оба артиста говорят о жизненно важном выборе, который им когда-то пришлось сделать. Один понял, что тяжелые жизненные или эмоциональные ситуации могут быть пережиты легче, если не воспринимать их как ошибку, а как путь, который ты проходишь не просто так. Ну, это база, да, но с другой стороны, типа, тут какая ситуация? Тут суть в том, что даже если ты ошибся, в любом случае, да, ты... Это твой путь, это твой опыт, и тот, которым ты являешься сейчас, в нынешней своей точке, да, без твоих ошибок ты бы не был тем, кто ты есть, поэтому все в порядке. Даже если ты совершил ошибку, условно, ты пошел не по самой лучшей линии, которая у тебя была гипотетически из-за твоих спектров выборов, да, в любом случае ты перевариваешь все это в опыт, и если ты удачно переварил опыт, то это, наоборот, тебе вышло плюсом. Все эти ситуации могут тебе помочь, даже если опыт, полученный после них, ощущается максимально тяжелым, дискомфортным, неправильным. Ну да, например, ты опоздал на Титаник, соответственно, и такой, дэм, я же купил билет, и у меня все так было хорошо, а я взял и опоздал, хнык-хнык, да, а потом, оказывается, все не так плохо. Другой же, получив множество ран, со стороны близких ему людей продолжает идти дальше, несмотря на трудности, неотступно выполняет собственное предназначение, открывает дверь слушателям в свой уникальный мир музыки. Не, ну красиво звучит, да, красиво звучит, то есть получается у нас что здесь? У нас это, возможно, не знаю, возможно был рестайл какой-то сделан, да, тем же SoulOut'ом. Может быть, это не R&B, может быть, это что-то такое, типа, ну, более динамичное или агрессивное, хрен его знает, что это может быть, не знаю. Но в любом случае, да, это что-то должно быть интересно. С другой стороны, нет, я думаю, что учитывая, это не репрезент, это не дисовая какая-то история, да, то есть это вероятнее того, что они говорят, это рассуждение, грустиночка какая-то небольшая, вся вот эта картинка, да. Так, чтобы не забыть, надо сделать вот так. Надо сделать вот так и вот так. И это так. Это не то совершенно. Сейчас. Да, это вот то, да, вот это то. Это я прислал на площадке, да? Вот у нас ютубчик, да. Стоп.
Да, это мы не смотрим, это мы не смотрим. Потом посмотрим, как выглядел сниппет, ну, чтобы не палить контору, да, потому что мы сниппеты не смотрим до треков. Да. Погнали, все, я, в принципе, все, что... 3.42, не, ну, конечно, да, это грустинка, это у нас R&B-шечка, поп-музыка, это такая история. Инсомния, погнали, непросто. Себя. Я счастлив лишь на миг, когда плачет небо. Я капли части хила. Вот, 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 но в сердце боль. Мне комфортно только если я наедине с самим собой. Твой огонь, твоя любовь. Как бы ни была, стих он после лишь осадок ветряков. Твои чувства будут тизер. Фильм я видел целиком. Мы заперти, будто все пути оказались тупиком. Я застрочившие мысли. Что мы слышим, что моё. Становись, это твоя жизнь. Замирает подо мной. Вся эта боль не просто. Горит огонь эмоций. Я снова на ноль, меня спасают звезды. Качество реализации высокого очень. Да. Просто, вся эта боль, вся эта боль. Не просто. Горит огонь эмоций. Я снова на ноль, меня спасают звезды. Я хочу знать, что вся эта боль не просто. Синт идет, да. Очень интересное вплетение этого синта. Очень красиво все это звучит. Очень жаль, на самом деле, что у нас в России не развит рынок R&B. У нас развит рынок прям вот поп-музыки, да, очень хорошо. Очень хорошо поп-музыки. И вот уже потом сразу же перепрыгиваем R&B-шечку, да, сильно перепрыгиваем туда уже в трэпчик, в хип-хоп, в рэп, да. То есть поп-рэп. Вот, а R&B-шечка что-то как-то прям вот не особо приживается. Она, получается, находится на каком-то пересечении жанров, да, и те люди, допустим, которые любят слушать что-то агрессивное, да, они предпочитают, сразу уже переходят на рэпчину. Те, кто любят помягче, они сразу переходят на поп-звучание, да. И получается у нас R&B-шечка немного как бы, как будто подзастревает, да, типа, как будто подзастревает немного. Вот, и это как бы, ну, своя, типа, сложность. Что касается реализации, очень хорошо сделано.
очень хорошо сделано. Единственный минус этой песни, она звучит слишком однотипно. То есть ребята очень ровно, они очень хорошо работают, очень хорошо строчки тянутся. То есть вот этот бэк-вокал, который остается, да, вот здесь, да, там, да, и вот начинают уже заново новые строчки. То есть он, в принципе, играет, переливается, они смысл рассказывают, историю свою рассказывают, в принципе, каждый неделю кто-то в этом теле, кого-то в тисках, хочу увидеть снова бешеный блеск в его глазах. В его, ну, там, это от третьего лица, соответственно, кто-то в этом теле, соответственно, да, вот, как будто в тисках, хочу увидеть снова блеск, ну, соответственно, в его, это в своих, да, так или иначе. В «Дым секрет» мне другом не стал, но «Зеленый свет» теперь жену старт, факт начала новой жизни, заменяю все эти мысли, все с нуля, теперь я чистый. Вот, бам-бам-бам, такая вот у нас история, да, в этом. Интересный текст, но, что касается текста, но посильнее в тексте. Вот, но опять же, да, я говорю, то есть вот, ну, очень-очень много припева, очень много припева, еще и двойной припев. Ощущение такое, что, в принципе, тут нету контраста яркого какого-то выбивающегося, который бы заставлял нас хотеть, чтобы этот припев играл два раза подряд, три раза целых, да, в этом треке, соответственно. То есть смело один раз он тут отыгрывает, например, да, один раз тут отыгрывает, один раз тут отыгрывает, одна, соответственно, четверочка, да, потом куплеты. Ну, куплеты тоже можно немного внести разнообразие, допустим, да, на мой взгляд. Хотя он должен звучать слишком ровно, как коммерция. R&B коммерция, да, да. Да, R&B коммерция должна звучать ровно, конечно. Ну и вот поэтому, да, поэтому, в общем-то, она до поп-музыки не дотягивает. Потому что она тяжелая такая, да, прям вот она идет, и там вот эти синты, и вся эта история, она как будто бы для тех, кто любит музыку, да, вот музыку прям вот действительно наслаждается музыкой. Блин. Люди, которым надо типа полегче что-то, да, они сразу в поп, так сказать, идут. Идут в поп, да. Реализация хорошая, трек скучноватый, честно говоря. Давайте посмотрим, типа, как они его делали, да, ну, что касается тизера, мы уже трючок послушали. Вся эта боль, не просто. Горит огонь, эмоции. Снова на ноль, меня спасает. Звезды. Я хочу знать, что вся эта боль не просто. Я одинок, но в сердце боль. Мне комфортно только если я наедине с самим собой. Твой огонь, твоя любовь. Как бы ни пылали стихом после, лишь осталось ветриком. Ну, на самом деле... Сниппет, честно говоря, как будто немного ломает ощущение. Да, сниппет ломает ощущение, да, какое-то создает, вот если без звука смотреть картинку, да. Не знаю, я тут не вижу вообще ни синтов, ничего, да. Какой-то, я не знаю, типа, может быть, Younglin Type клип. Ну, может быть, да. Может быть, что-то такое. А вот, ну, это не R&B-шка, типа, точно. Проседает впечатление от просмотра сниппета. Короче, артисты качественные, но песня неинтересная. Да, и образы. Образы, потому что R&B-артист, да, он должен быть, ну, все-таки сладкой конфеткой. В хорошем смысле, реально, в хорошем смысле. И делать вот такой образ у клипа, да, не знаю, не лучшая история. Ну, типа, ребята могут сделать что-то полегче, посексуальнее, что ли. Надеюсь, понимаете, да, о чем я говорю в целом. Вот эта история, типа, ну, блин, не знаю я тут. Тут как трэповая история немного, да, какой-то трэп тут присутствует, особенно во втором, у Ноа, да, в данном случае, как будто трэп присутствует прям. Не знаю, поэтому вот как-то так. В целом, да, то есть в целом мы смотрим, и эти ребята иногда попадают. Они, бывает, не доходят у нас до голосования с точки зрения того, что очень много материала, и мы лично не успеваем за неделю все разобрать, да, вот, но они так или иначе попадают к нам в поле зрения на самом деле. Хотелось бы, вот знаете, мне тут отчасти напоминает это Кирилла Тифеста, который очень хорошо умеет делать, но у которого очень мало хитов, потому что у него песни как-то не под него, что ли, сделаны.
не под него. Вот в чем дело. Он может спеть все, что угодно. Спеть, зачитать. У него шикарный тембр. Он очень узнаваемый, да. Он, у него и стиль, и все это, и бриллиантовый ти, вот это все это. Ну, если он попадает куда надо в трек, это становится сразу хитом. И это очень круто звучит. Мне кажется, вот здесь у ребят та же самая история. Горит огонь, эмоции. Я снова вновь меня спасают звезды. Я хочу знать, что вся эта боль не просто. Так, и тут начинается бам, да? Ну, в общем, вот так вот. Можете поставить от 1 до 10, либо прислать смайлик балла, если вам лень писать от 1 до 10 и писать свое мнение, да, по этому поводу. Вы можете просто прислать смайлик, типа, да, 30, 60, 90. У вас есть такая возможность. А я пока раскидаю тут всю вот эту историю, да. Интересно. Так. 7, 4, 6, 5. Тридцатники вижу. Ну, тридцатник, наверное, слишком слабо. С тридцатником не согласен. Вот 60, наверное, как бы да уже. Как бы, наверное, да. Да, сейчас. Нет, в принципе, понятно, да, все. Дэм. Классно, я обновил страницу. Да, конечно, вообще молодец. Или я внес оценку уже таким образом. Еще, Дим, посмотри, пожалуйста, может, ты внес оценку. Хотя, наверное, просто обновилась. Так, атмосфера, вайб. 3-4. 3-4. Вот качество дает на 4. Структура трека и сам... сама динамика трека дает на тройку. Вот 3,5 как будто бы. 3,5. 4 как будто много, потому что скучно. 3 как будто мало, потому что качественно. Вот 3 или 4. Чат, напишите, только не пишите 3-4. 3 или 4. Вот пусть пока будет тут, и я потом посмотрю, что вы скажете. Тройка или четверка, типа, за общее впечатление. Просто как вам оно зашло, типа. Ну, как будто бы троек больше, да. Да, 3,5. Ну да, вот 3,5. Вот. Четверки тоже есть, да. Четверки есть. Ну вот вы тоже нихера не знаете. Вот в том-то и проблема, бля. Так, реализация стиля. Нормально сведено. Хорошо стоят акапеллы. Оба очень хорошо владеют своим стилем. Реально. Хорошо поют. Но дело в том, что, типа, людей, которые хорошо поют, очень много у нас в стране, в целом, да, достаточно. Там и на конкурсах они различных побеждают, и где только нету. Нужна очень хорошая песня, нужна атмосфера правильная, и нужна вот, нужен образ артиста, чтобы это был артист именно. Не просто вокалист, чтобы это был артист. То, что мы увидели в клипе, в сниппете, это не артист, это вокалисты хорошие. Это проблема, потому что жанр подразумевает обязательно... визуал, да, обязательно картинку. Причем, ну, ребята нормальные, симпатичные, можно из них сделать конфетку. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот так. Там. 8-9, как будто я готов поставить им за исполнение, да? Идлипчики целиком, тупиком, да, по тексту, но вообще хорошо. Текст очень хороший, особенно для R&B. Типа, это, тут вообще текст не требовательный жанр, да. Поэтому здесь можно 8-9 вообще ставить, типа, да, за текст. Даже 9, наверное. Был бы этот трэпчик, это 7-8, да. 7, наверное, даже, 7-8. Там бумбэп какой-нибудь жесткий, вообще, соответственно, там 5-6, да. Тут можно просто проплакать какой-то трэш, да, и это будет уже 5-6. А тут нормальная история рассказана. Между нами любовь или все-таки страх? Каждый день неделю кто-то в этом деле, как будто в тисках. Угу, я хочу видеть снова бешеные блески в глазах. Ну, Саулады попроще текст, нежели чем «но». 8-9, да, ну, 8... Сейчас, подождите. Короче, на девятку точно у «но», да, у Саулады. Звезды, боль, не просто так. Нет, я думаю, все-таки 8, даже для R&B 8, потому что все-таки 7-8, да, у Саулауда, а его очень много. Его очень много, да. Реализация стиля. И сведено, и все хорошо спето вроде. Девятку готов поставить, 8-9 тоже непонятно. Да, структура ритмика 7 баллов.
индивидуальность и харизма. В припеве невыразительно звучит. Довольно ровно в этих 7 баллов. Да. Вот так тогда и вот так, пожалуй. Да, тоже восьмерочку готов поставить. 4-5 баллов. Мягко. Хотя нет, 5 нету, я думаю. Да, там этот 7 бенд, сол, да. Угу. Я думаю, что вот так. Вот такая история. А здесь вот, соответственно, 4, если вдруг не видно. Да, четверочка. 56 баллов. Спасибо, в любом случае было интересно. Да, в любом случае было интересно. Ждем развития, ребят. Ждем развития того, чтобы они спели интересную песню. Интересную песню в своем жанре. Да. Они могут.